Ой, блин! Я съел мачту, видел? Всем привет! Всем привет! Я тебе покажу снегоход, который я строил после того, как у меня аккаунт вернули, потому что у меня аккаунт взломали, мне вернули аккаунт, и я вот как... Стоп, как тебе вернули? Это бесплатно? Обычно не возвращают люди. Меня взламывали аккаунт, мне вернули за бесплатно. Что? А меня взламывали, не вернули, украли все, что там на нем было, я его потом взял и сам вернул. Ну, а типа... Вот у меня, знаешь, в чем прикол был? Меня взломали, у меня удалили все геймпассы, и обидно очень, да. Ну, вот снегоход может поворачиваться, что такое. На F нажми, на F. Ой, сейчас что-то страшное произойдет, лучше не буду. Будем без этого. Не, нажми, там шарики активируют. Красная кнопка. Я так люблю на красные кнопки нажимать. Не держался. Это летающий снегоход. Такое бывает? Ну, да. Надо было зимой это устроить, а не летом. Так я это зимой... Вообще-то я это и строил зимой. Мне аккаунт зимой вернули, я его и строил. А постройка, она... Этой постройки уже... Так, а хочешь этот? Мы полетим в далекое путешествие, которое продлится нет, пару секунд. Нет, не надо. Не надо. Надо. Давай, надо. Падаем. Как по Красной площади. Повезло. Ой, блин. Живи. Ну все, свет. Ой. Оно само. Это не я. Ну, может, еще чем покажешь, интересно. А еще у меня что есть? Сейчас. Каждая постройка связана история. Вот у меня есть кораблик, который я скинул, ты мне выдал роль на съемке как раз. А. Да, паруса дуют в ту сторону. Стой. Как руле, ну. Можно я кое-что отмечу? Смотри, вот тут паруса дуют в ту сторону, а флажки дуют в противоположную. Хотя нет, всё правильно. Нет, флажки так и должны дуть. Смотри, куда дует ветер, туда флаги и развиваются. Это физика. Это ломает логику мою. Ну, пойми то, что я раньше тоже не понимал, в чем прикол, но мне объяснили такой. Но это реально правильно, потому что, смотри, паруса называются от ветра. И флажки развиваются от ветра. Ну да, в принципе логично. Ну, стоп, я только заметил, веревка из конфет. Ну, это в старом стиле строилось, поскольку вот... В старом стиле, сейчас я скушаю веревку, развяжу морской узел. Хочешь, покажу? Ну вот, смотри, вот до того, как сделали обновление рулетки, то есть она стала разные значения иметь, раньше можно было строить рулеткой только размер на один, и то багом с помощью шарика, там сложно все было. Я съел... Нет! Ты меня за борт выбросил, вы чё, капитан за борт? Ну не стой на носу. Я не стою на носу, я стою тут, где ты. Я прыгаю по парусам, ой. Поехали крокодилом в гости? Крокодилом, я помню, мы строили кораблики, и у меня вот как раз, вот ты на этом кораблике маленьком катался, вот лодочка, там парусов тогда еще не было, мы примотали на гарпуны к кораблю, к мачте корабля, он меня, ну, мачту повернул, и там крокодилы подо мной были, я как приманка был. Так. А меня Фотик в один день взял, повез на удочке туда и скормил крокодилом. А, у него есть еще большой корабль, я не знаю, показывал ли он. Показывал, он все показывал. А куда мы плывем вообще-то? Ну, крокодилом. Как меня второй раз хотят скормить крокодилом, это что такое? Не бойся, тут мы в этот раз ты на борту, а не на удочке, ты будешь жить. Обидно. Все, я съел половину веревки, вон она упала. Все обидно. Сейчас мачту, если отломит, будет. Я мачту съел. А не муку. Веревку, а не мачту. Мачту нельзя съесть, она из дерева. А, ой, я забыл. Ты же не бобер. Блин, я съел мачту, видел? Я же говорил, съем. Не, реально бобер. Блин, я не бобер. Мы не рулим. Я ух, а ухи кушают эти деревяшки. Дерево? Ага, это секрет всех уханств. Уховских. А, вас много? А, ты чё, не раскрывай секрет уханства. Ой, блин, у нас полкорабля нету. Ладно. Мне бы сейчас за борт самому не упасть, потому что... А я конфету съел. Ты можешь тоже... Все, я прыгаю в воду. Не захотелось поплавать. В меде, я в меде. Ой, мед меня съел. О, мини-самолетик. Работает? Да, это тоже старая постройка очень даже. Ешь конфету и садись. О, можно я полетаю? Да, можно. Разрешаю вам. Мини-машинку все строили. Мини-грузовичок я строил.
Мини-самолет я не строил. Можно я сяду уже? Да сбоку подойди вот так вот рукой. Пойди. Все, я залез в хеликоптер. Там винт работает. Так, начинаем наш безумный полет, который автопилотом летит без. Если что, там его постоянно надо шевелить, потому что из-за механизмов он наклоняется. А, вот так прям. Падает. Пикирует вниз. Ага, это этот, камикадзе. А, японский. Почти что. Да. И куда мне лететь? Ну, куда хочешь. Камикадзе. Ой. Сейчас я вас за камикадзю. Такое слово бывает. Ждите авиабомбу. Она над вами. Нет бомб. А я хотел сделать твою бомбу. Надо было, чтобы я всех таранил. Ой. Самолетик. Бедный самолетик. Самолетик. Бедный я, наверное, лучше. Думаете, самый опасный трюк в авиации это мертвая петля? Нет, вот это новый трюк. Как назовешь? Я назову это вертательный трюк. Ладно. Блин, мои запчасти только долетели. Так, может, что еще есть? Есть что? Смотрите, как из-за вас сервер лагает. Вы что с сервером сделали? Ладно. Сервер. Ты сам попросил робота взорвать. Я могу показать цитадель. На. Ну давай. Ой. Это чьё? Это вроде а, бы... Это Славик. Дай деться на две черепки. А, он эксплойтом забрал у этого. А, нет. Это Ира часть цитадели. И верхняя. Что, а чё за цитадель? Немецкая, это что ли? Это моя башня. Немецкая. Ах ты немец. Это часть... Это верх. Нижняя часть. А вот тут здесь верхнюю. Так, я замажу там опасные символы. Давай, замажу. Это у меня на Ютубе забанят. Это же вверху есть верхняя часть. Может, да, я замазал, потому что я знаю за это, да. А вот верхняя часть. А чё сразу две не загрузишь? Потому что она тратит только много бетона. У меня где-то 40 тысяч бетона. А дальнейшая часть тратит 20 тысяч бетона. Блин, а у меня у которого 1 тысяча бетона. Вот самолет за полтора часа самолет там бьёт батл у нас. Да, цитадель огромная, реально. Ого, вот этот самолет. У меня была битва строителей, где самолет строили за 2 часа. Это за полтора часа было сделано. Это за полтора часа? Да. У меня люди за 2 часа построили, ну это чуть-чуть похуже. Нет, реально. Так, а где можно садиться? Ну знаю, самолет за 1,5 часа. Пробраться надо туда. Начинаем наше безумное путешествие внутрь. О, я залез внутрь, только тут ничего нет. Даже у меня есть ковчег из Игресома. А что за ракеты такие? Откуда? Что за ракеты? Что за синие ракеты? А, это зимний ивент был. Они сильнее, чем обычные, у меня 4. Блин, они, кажется, еще звук издают. О! Да, и звук как, Обалдеть, где такие ракеты ты взял? А, это старый такой ивент был в билдеботе, вот, по-моему, 3-й по счету с начала игры самой. Эх, жалко мне вот, такого. Самый первый ивент, это как раз вот карамельные палочки я получал. Второй еще что-то было. Третий это вот эти турбины как раз. Четвертый там вот ледяные моторы лодочные есть. У меня их 100. Ого, ну вот, конечно. Вот такие вот моторы ледяные. Играйте они... с самого начала создания билд-бота вроде. Ну, самолетик что? Как самолетик. Со создание билд-бота играете, мне кажется. Ну, я, в принципе, да, но познакомились мы не с самого начала. А почему вы тогда у вас смотрите, это... Нету это роли. Арка. Или поправили называть ковчег из Игресома. Я так понял, это можно надеть. Так что это я и сделаю. Нет, это ядерная бомба, да. А, давайте я буду бомбу тащить. Да, подожди, я там сяду. Это ядерная бомба, которая не работает. Это... Можно я взорву все тут? Отпусти, пожалуйста. Лучше, можешь здесь. Не надо установить ее. А. Это на батарею. Мой отозначен она. Это чемоданчик. Он только на него работает. Короче, это ядерная бомба. Или какая? По своей сути, в игре это была ядерная бомба, а в билдеботе это как декорация. Мы бежим. Не делаем особо что-то. Сейчас все взорвется. Мы делаем что-то детализированное. Механика не особо лишь. Этим ящиком, вот, смотрите, вот у меня в руках. У меня идея, его на палочку наденем, это будет молот Тора. Бежим отсюда. Бежим отсюда с ядерным оружием, хотят молотком использовать. Ну сейчас все взорвется.
кувалда. Какие методы хороши для вооружения и защиты? Куда улетела вот? Что, реально хочешь? Нет, я убегаю. Да она не взрывается. А вдруг взорвется? Атомный взрыв — это больно. Ну, ядерный взрыв. Суть нет атомного взрыва, тут даже одного динамита нет. Не, ну... Делай, используй Артём. Актолот, опа, я сейчас на себе воспользуюсь кувалдой. Вы что делаете? Зачем? Сделаем кувалду. Кувалда правды. Кувалда ядерной бомбы, наверное. Да, Сережа, маленько назад отодвинь, маслом зафиксируй и мечом будешь махать. Ой-ой-ой, что-то страшно стало. Это очень страшное орудие. Сережа, если ядерной бомбой от пол сильно стукнуть... Давай, я заряжаю тебе. Мне? Я Артём. Я. Эх, жалко, я тоже хочу. Это блин, не ту руку, Сережа, подвинь, чтоб я рукой его взял. Подвинь его сюда. А сколько? 0,2 что ли? Короче, пускай ухо берется. Сейчас я сделаю как-то. Мне что-то сказали? Артём, зайди сюда, вот. Ну-ка, я сейчас посмотрю, правильно? Да. Поставить тебе, поставить тут. Сейчас масло поставлю, будет весь. Я поставлю тебе масло сам. Да я сам. Вот. Давайте молот. Сейчас будет. Пусть есть стучку брать. Разончёрил все. Да, давай. Да. Разончёрил все, давай ты. А, у меня масло занят. Ой-ой-ой, блин, как... Ядерной бомбой махаются, беги. Это ядерный молоток. Блин, а, он за мной идет. Он хочет меня укокошить. Это мне в руки надо взять было бы. Будет лепичнее было бы. Ой-ой-ой. Вот так-то лучше. Стой. А пол, стукни эту бомбу, что тут новый, все взорвалось. Я новый босс, все, я босс. Стой, у меня есть идея, сейчас ты, у всех, у кого честь делаете? Что тут делаете? А у тебя посмотри, на меня. Как это, футболка у тебя как-то странно была. А у тебя взгляни на меня, вот ты смотри, посмотри. Гигантский толстяк. Ну что мы с этим молотом делать будем, мы его взорвать хотим? Нет. Ой, блин. Все божу не по плану. Я хотел по-другому. Там, но... там половина молота осталась. Я хотел, чтобы ты меня взорвал. Блин, ну ладно. Блин, я случайно коснулся, я забыл то, что тут было. Весь молот превратился в мусор. Удалите галактический мусор. Мы не должны допустить это в билд-соботе. Может, что-нибудь другое посмотрим? Не молот. Да. Так, что у меня еще есть? У меня не прям закончится проект и есть. А, блин, у меня начатое есть. Я еще одну машину начинал, по идее, там машина из Киберпанка, но я ее опять же забросил, что тут делает? Я конкурс, ради конкурса начал делать. А ФК-фарм что тут делает? Это для меня, когда фармим бетон. Также есть недостойный самолет есть. По яйца стрелки. Очень недостойный самолет, так кто планирует грузовой это самолет. Это большой грузовой самолет, да. А чё это за яйцо бегает? А, это Славик. Это ваш Славик, короче, тут. Ваш Славик бегает. А чё-то это, чё-то не работает. Ой, а чё такое? Это же статуя. Тут, по идее, статуя солдату должна быть. Из той же игры Вольфенштейн. Или статуя... Понял? Человечек. Это что такое? А, тут должна быть голова и каска, и вот разметка уже. Ах, не могу одеть. Даже у меня есть самолет, который я строю до сих пор. Ту-60. Блин, реально красиво. Я не знаю, может показать свой мега-корабль, который не доделал. Давай, пожалуйста. Пожалуйста. Шаттл. Корабль. Показывать недоделанный корабль. А он прям вообще недоделанный или... Нет, там паруса передние недоделанные. Вот, смотрите, декор. Ты на лодочке маленькой катался, там вот декор видел, он должен был предназначаться для этого корабля. Ну, давай корабль посмотрим. Ну, тебе прям нужен корабль, да? Да. Вот для меня подождать, но... Все, я удаляю, можете грузить теперь. Ладно. Ну я не знаю, корабль. В каком смысле, я имею в виду корабль. Корабль опять же смерть, машина. Только взрывать его не будем. Все, загружается корабль. Да. Крутой. Да, он не доделан, тут мне лень. Он этому кораблю, он еще с лета стоит. Мы его летом, например, хотели продолжить, но... Тогда не получилось никак. Люк в дырку. А, это делать. Пианино. Там нужно в каюту капитана пройти, тут строили 2 человека. Во, нормально тут всё. Пианино есть даже зачем-то. Ну, подняться наверх. Чтобы играть весело было. Вот так надо влазить вот тут. А, мне чем-то это напоминает корабль пирата, но только более круто. То есть корабль... Так корабль это есть, это пиратский торговый корабль, типа итальянская шхуна, но она с вооружением.
Ну, пушки есть. Ну, да. Корабль недоделанный, но очень крутой. Там на носовой части даже фигура есть, ну, типа, серебряный сокол. Это, этот корабль так и называется, серебряный сокол. Ну, ну все, да. Ну, что еще? Может, что-то еще? Ой, я масло нашел. Поехали. Ну, еще у меня есть кораблик в старом стиле, тоже. Вот он как сказал. Раз построили он по блоку. Ой. Но он планировал. Да, но... новый корабль гораздо красивее этого. Кто ты такой? Я люблю строить вот по блокам именно, это просто вполне, но все. Не кушай. Не кушай. Это для твоего друга. Друг, подходи сюда. Друг друга. Кушай эту конфету, пожалуйста. Тюпни ее, пожалуйста, мне тоже сейчас. Надо. Сейчас. Ой, не то сделал. Моя ошибка. Подожди. Да не кушай. Не кушай, подожди. Стой там. Боже мой, я боюсь представить, сколько займет монтаж этого видоса вырезать. Кушай теперь, кушай. Кушай. Не, пожалуйста. Ой, блин, да что такое? Не то делаю. Я сейчас понял свою ошибку. Давай, все, кушай. Нормально сейчас будет. Кушай. Кушай. А, у меня тут еще есть, я планировал делать маленький танчик. Вот, механизм гусеницы. Я Оптимус Прайму. О, гусеницы. Я сделаю, чтобы она натянулась там, потому что я ее не... Серьезно, не пугай. Можешь делать. Так, сейчас, погоди. Я сделаю с коллизией все, что надо. Че у тебя за футболка такая толстая? Табак? А, это 3D, это 3D одежда новая. Не, ну что вот тут произошло, что у него такие рукава длинные? А, ну у него квадратные руки, поэтому она вот такая. Ладно. Не, у меня просто по-другому отображается, как банк. А что, типа гусеницы? Ну, недоделано. Да, это... Куза. Ай, блин, ладно, она оторвалась. Короче, ладно, сейчас заничоби. Да, можешь, если не хочешь, не показывай. Вот она рабочая, но она развалилась. Ну, как-то так. Ну, думаю, будем заканчивать, да? Ну, да, можно было и раньше закончить, но тут постройки обозревать решили. Мы планировали просто с роботом, ну, раз уж ты захотел, постройки. Ну, ладно. Всем пока. Thank you.